Итак, добрый день гостям, подписчикам моего канала. Сегодня мы находимся в разделе «Вещи для спиннинга» и все, что с ним связано. Сегодня я хочу показать вот такой вот классный спиннинг. Спиннинг называется «Самурай 2.40», длина 2 метра 40 сантиметров, карбон, две секции, тест 1,7 грамм. Я его показывал, как только купил. Спиннинг неплохой, лайтовый. Я уже проверил его на речках, на озерах, на окуне, на щуке. Все отлично вставляется в паз. Два штекера. Отлично работает. Вот у меня вертушечка. Сейчас забросим. Хороший спиннинг. Но самое главное преимущество, что он бюджетный, около 1000, если не ошибаюсь, я его брал. Самый главный плюс, что за вот эти деньги мы берем два спиннинга. Сейчас объясню почему. Смотрите. Идет такая же вершинка 1,7. То есть спиннинги обычно ломается. В спиннинге обычно ломается верхняя вершинка. Вот эта вот часть никогда ничего здесь не ломается. То есть на 100% если сломается вот эта вот вторая часть, и у вас будет как запасная абсолютно такая же вершинка. То есть вы, получается, за 1000 рублей берете, грубо говоря, два лайтовых спиннинга. Тест 1,7. Отлично. Еще раз говорю, забросим. Слотки. 2.40 вообще это самая такая классная длина. Как с лодки, так и с берега. Отличный такой лайтовый для воблеров, Джекл Чаби, например, для мэпсов. Такой вот лайтовый спиннинг для микроприманок. От 2-3 до 7 грамм. Вот такой вот бюджетный спиннинг «Самурай». Показал себя отлично. 1,7. Тест. Вот такая чувствительная верхушка. Конечно, есть получше, но это вот этот спиннинг очень бюджетный. С запасной вершинкой. Итак, на сегодня все. Всем, кому понравилось, как всегда, подписываемся, ставим лайки. Всем пока!